Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь. Это я тебе обещаю. Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! А это у нас неплохие наушники. Послушав первую песню, я услышал внушающие басы, которые сравнимы с хорошими наушниками примерно 1000 за 2-3. Также слышны абсолютно все звуки инструмента, которые задействованы в треке. И что самое интересное, как бы ты ни тряс головой, хоть на все 360, наушники не спадают, даже когда они просто висят на ушах. Провод лучше брать с микрофоном, у него есть полезные функции, особенно они пригодятся зимой. Я однозначно рекомендую обратить внимание на данную модель. А это и вовсе чудо технологии от китайского производителя Xiaomi. С виду эта маска – не что иное, как привычный, можно даже сказать, классический респиратор. Но не так все просто. В нее встроен небольшой вентилятор, работающий на разных скоростях, облегчающий дыхание. Ее особенность в том, что полного заряда хватает примерно на 6 часов работы. К тому же вместе с ней идут сменные фильтры, а тканевую часть можно спокойно постирать в машинке. Тактическая ручка – один из вариантов скрытого оружия самообороны. Выглядит она как обычная пишущая шариковая ручка, и она действительно пишет, но при этом она очень крупная. Предназначена для нанесения ударов в уязвимые точки человеческого тела. Часто модель имеет усиленный наконечник на торце, который используют в качестве стеклобоя, если необходимо оперативно выбраться из салона автомобиля. Теоретически, защищаться при помощи тактической ручки сможет любой человек, но, конечно же, у людей, занимающихся боевыми искусствами, это получится лучше. Это специальный набор для розжига костра при помощи силы трения. Пожалуй, самый знаменитый и доступный способ получения огня. Он долгий и кропотливый, поэтому надо приготовиться к тому, что времени на получение первой искры уйдет очень много. Надавливать стержнем на деревянную подложку надо очень аккуратно, при этом быстро вращая его между ладонями. И да, слабонервным не рекомендую. А это водонепроницаемая колонка, которая также покупалась для велика. Выбрал этот вариант по нескольким причинам. Небольшой вес, неплохая защита от воды и вроде бы прикольный дизайн. Есть, конечно, варианты подешевле с таким же набором характеристик, но здесь крутая комплектация. Наушники, крепление, карабин, шурупы и своеобразный пульт управления, который можно прикрепить с правой стороны на руле. Из полезных приблуд есть шумоподавляющий микрофон и функция свободной руки. Ты спросишь, зачем мне подводная камера? А может, я хочу разглядеть... Кто проживает на дне океана? Как тебе такой ответ? Если серьезно, это был подарок другу. Он заядлый рыбак и таким образом отслеживает наличие рыбы в водоеме. Пока на рыбалку он не собирается, а проверить нам камеру хотелось, поэтому запихнули ее в ведро с водой. Картинку выдавала вменяемую, проблем с передачей на экран не возникало. Вспышка неплохая, но была бы чуть ярче, вообще бы цены не было. А вот это действительно стоящая вещь, которая мне понравилась. Пользуюсь активно почти 2 месяца. В этом наборе был шуруповерт, 4 насадки, просто огромное количество бит, зарядка и сумка для хранения. Размер инструмента меня удивил. Такой миниатюрный, прям как женский. Теперь понятно, почему емкость аккумулятора такая незначительная, всего 1500 мАч. Зато насадки неплохие, и все ходовые. Угловая, универсальный резак, эксцентриковая, с регулировкой крутящего момента. В работе шуруповерт показал себя достойно. Это продвинутый репитер от Xiaomi, который решает проблемы с Wi-Fi зоной в очень старом доме с очень толстыми стенами. На лицевой части устройства только логотип и индикатор состояния, по бокам – антенны. Снизу расположена кнопка сброса на случай, если что-то пойдет не так. По QR-коду на упаковке закачал приложение, в нем выбрал в настройках материковый Китай, и все очень просто и быстро подключилось. Вилка, кстати, китайская, в комплект закинули переходник. Устройство протестировано и полностью меня устраивает, но немного огорчил тот факт, что оно должно быть воткнуто в розетку. Это магнитная жидкость, которая реагирует на магнитные поля и образует разные узоры в зависимости от силы и мощности соприкасаемого магнита. В режиме ожидания это обычная маслянистая черная жидкость, но если рядом с емкостью разместить магнит, то она станет примагничиваться, образуя множество шипов. Чем сильнее магнитное поле, тем шипы длиннее, а их количество больше. Измельчитель пищевых отходов, или другое его название – диспоузер.
Электрический прибор, который устанавливается под мойкой и приводится в действие нажатием кнопки. Он позволяет избавиться от остатков пищи и при этом не забивает канализационную систему. Основные минусы – способ крепления измельчителя. Он тупо висит на резиновом кольце, слегка натянутом на пластиковый корпус. Черт его знает, через какое время отвалится вся эта конструкция, так как при запуске довольно сильный рывок, однако работает тихо. Это многофункциональная ножовка 11 в одном. Пила для нечастого применения, на удивление, годная. Поставляется ножовка в пластиковом кейсе, что, несомненно, удобно для хранения. Для всех элементов набора есть свои углубления. В комплекте имеется одна крупная пила для дерева, 6 универсальных мелких пилок, стеклобои с пластиковым основанием и роликовый стеклорез. На удивление, набор вполне рабочий, почти без каких-либо конструктивных проблем. Я бы даже сказал наоборот, многие мелочи продуманы, чего не ожидаешь от китайского ноунейма. Это светодиодная подсветка для унитаза. Честно говоря, даже не ожидал, что будет так забавно. Прибор реагирует на движение, и стоит только открыть дверь, встречает разноцветным, не очень ярким, но все же светом. Промахнуться не получится. Горит где-то минуту-полторы, потом гаснет. За это время переливается всеми цветами радуги. Кстати, заметил, что кот перестал задерживаться под дверью, топает сразу к лотку. Уж не знаю, заценил ли он цветовую гамму, но освещения ему точно хватает. Эта лента – настоящая выручалочка и ликвидатор бытовых ЧП. Опробовали ее на всех возможных поверхностях. Приклеивается надежно, не отваливается, не размокает от высоких температур, если сразу разровнять, не идет волнами и не собирается складками. Каких-то особых условий эксплуатации нет, надо только обезжирить поверхность и, если есть неровности, то затереть их. Наклеивать надо тщательно, чтобы под ленту не попал воздух, вот и все премудрости. Как-то рассказывал, что мой знакомый любит побаловать своего сынишку, и в этот раз он подарил ему радиоуправляемый экскаватор. Сразу видно, отец любит своего сына. Начитавшись отзывов, он попросил продавца упаковать посылку как можно надежнее, ибо частенько другим игрушка приходила поврежденная. Доставили за 20 дней, принесли прямо домой. С его слов, игрушка интересная и стоит своих денег. Знакомый частенько играет вместе с сыном, но у меня такое чувство, что в большей степени он купил ее для себя, а не для сына. Мультяшные сумки в 2D – это результат нестандартного подхода к форме привычных нам вещей. Спереди она застегивается на две магнитные кнопки, сзади она как бы стегана, и там есть боковой карман. Открываешь, и там есть сперва плоский маленький кармашек, подойдет для бумажек или чего-нибудь плоского, типа паспорта. Внутри, на дне, есть еще одна картонка-дно, которая служит как бы распоркой. Дно сумки раздвигается за счет внешнего замка молнии. Кстати, одна из моих подписчиц уже выигрывала эту сумку, и, как она сказала, дочке очень понравилось. Порция полезного и аппетитного смузи стоит 300-500 рублей, спортивные коктейли не дешевле, а если готовить их самим, то можно потратить в несколько раз меньше. Это очень простая модель блендера, питается от двух пальчиковых батареек, стакан объемом 450 мл. Чтобы пить из емкости, можно отвинтить крышку или воспользоваться клапаном для питья. Управление элементарное, одна скорость работы, пластик ничем не пахнет. До Москвы долетает за 2 недели. Рыбалка – это хорошо, и отдохнуть можно, и еды наловить. Но мама так не считает, наверное, потому что у нее рыбалка ассоциируется с чисткой нашего улова. И как-то раз я решил ей помочь. Это ж кошмар! Ты пытаешься аккуратно почистить чешую, а она летит во все стороны. Потом достаешь кости, и хорошо, если пальчики тонкие, как у пианистки, а если нет? Хорошо, что давным-давно я заказывал этот кухонный пинцет. Он выдергивает даже мелкие косточки и стоит копейки. А это линейка для измерения углов. Приходит она в небольшой картонной коробке и тканевом чехле. Что-то типа бархата, но это не точно. Линейка прямоугольной формы. На каждой стороне есть разметка в сантиметрах и инчах. Думаю, второй вариант не особо нам и нужен. На каждом крае есть закрутки, помогающие регулировать размер угла. Использовать ее легко. Разметка точная. В хозяйстве эта штука пригодится. Во всяком случае, моему отцу точно. А это зеркало для макияжа от Xiaomi. Зеркало довольно большого размера, диаметр отражающей части 20 сантиметров, что вполне достаточно для полного рассмотрения всех достоинств и изъянов своего лица. У него 3 режима – ярко-белый свет, чуть темнее и привычный желтый. Моя использует в основном второй вариант, так как слишком белый слепит ей глаза, а желтый не показывает то, что увидеть порой надо. Женщины меня поймут. Мужики, вам на заметку, этот подарок понравится любой даме.
это набор неплохих надфилей. Идут долго, целый месяц. За это время можно даже и забыть, для чего они нужны. Хотя, если из Алика вообще что-то приходит, это уже событие. В комплекте три напильника. Круглый, полукруглый и плоский. Как говорится, у мужика в доме должны быть все инструменты. Продавец утверждает, что они еще и ударопрочные, но уж, извини, это проверять не буду. Вдруг они разлетятся на мелкие кусочки, а мне так рисковать не хочется. А это ультразвуковая щетка для лица от Xiaomi. Сам прибор выглядит как кусок мыла. А теперь расскажу, что же мне не понравилось в хваленом девайсе от Xiaomi. У щетки есть три режима работы – верхний, средний или нижний ряд щеток со слабой, средней и сильной вибрацией соответственно. Но вот воздействие от этих щетинок сложно назвать массажным, очищающим и уж тем более ультразвуковым. Этим куском дорогого мыла от Xiaomi можно нагладить только щеки, лоб и подбородок. Данный аксессуар идеален для выгуливания мелких собачек в дождливую погоду, особенно если животное капризное и отказывается выходить на улицу в сырость. Под куполом животному сухо, мордочка не намокает, как в комбинезонах. Но собаки крупнее по размеру и склонные тянуть поводок быстро ломают зонтик, так как каркас выполнен из непрочного металла. Некоторые владельцы отмечают еще один недостаток – слишком короткую цепочку, которая неудобна в использовании. Это складной карманный квадрокоптер. Летает как скоростной жук. Заказывали без камеры, да она и не нужна. Посадка мягкая, по квартире взлетает до потолка без проблем. Доставка супербыстрая, по-моему, недели две шла до Москвы. В комплекте запасные лопасти, защита лопастей, отвертка, пульт, зарядка, ну и сам коптер. Только вот не разобрался, как отключить пищалку на пульте. Раздражает очень, причем непонятно, что он хочет. То ли все в порядке, то ли уже пора все бросать и прятаться, пока не взорвалось. Ты знал, что не все велосипеды поставляются с крыльями? Вот и на моем их не было. Сначала не понимал, зачем они нужны, но после того, как прокатился после дождичка в четверг, до меня дошло. На Алике было много дешевых крыльев, решил прикупить что-то более солидное. Остановил выбор на этих. Пришли за месяц с полной комплектацией. Они, кстати, довольно длинные, около 60 сантиметров. В работе показали себя на отлично. За три недели никаких минусов я не заметил. Это зубной отбеливающий порошок. Эффект есть, но не думайте, что после применения улыбка станет ослепительной. После первого применения зубы станут светлее на полтона. Немного смачиваешь щетку, окунаешь в баночку и чистишь пару минут, как обычной пастой. Больше двух минут не рекомендуется. Использовали порошок три недели, эффект хороший. Зубы стали белее еще на тон. Боли и других неприятных ощущений порошок не вызывает. У товара огромное количество заказов и положительных отзывов. Это экранный увеличитель для телефона. Так как линза пластиковая, она очень просто царапается или даже может прийти поцарапанной, так что будьте аккуратны. Она сделана таким образом, чтобы при расстоянии от телефона до нее экран увеличивался в три раза. Экран лучше смотреть одному человеку, так как нужно смотреть прямо на линзу, чтобы видеть полноценное изображение и чтобы из-под линзы не выглядывал экран телефона. Желаемого и обещанного результата я не получил, но в принципе смотреть видео на ютубчике можно. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!